Альма любит экспериментировать с эмоциями. Сейчас они работают над постановкой неспящих. Знаю. Воздержание от сна. Нам разрешили использовать здание заброшенной психиатрической клиники. Я хочу спать. Не прикасайся ко мне! Ее звали Дора, пациент номер 101. Она стала вести дневник в форме театральной пьесы. Слышу, как дочь рыдает по ночам. Нет. Скажи, как будто обращаешься к ним. У меня нет сил. Еще раз. Я оказалась где-то еще. Как будто покинула свое тело. Иногда их видно через огонь. Кого? Сколько ты уже не спишь? Дора не даст тебе уснуть! Не надо, не сопротивляйся! Ты готов переступить порог? Инсомния. В кинотеатрах с 28 июня.